Так. Ну вот день в Харькове. И выглядит это, конечно, шикарно. Вот столько в Харькове любителей города не хватает. Это доходит аж до деревянка. Что Харьков представляет. Караул. О, опять канадский флаг. Никак я не спрошу, что это за человек все время с канадским флагом. По какому плану? Класс! Так. Там у нас уже фонтанчики. Мама родная, что ты скажешь? Плывет воздух, жара в Харькове, конечно. Извиняюсь, конечно, за тряску, но мне важно зафиксировать момент интересный. Караул. Сейчас. Но людей уже не видно, но это все еще велосипедист. Это все еще велосипедист. Нет, это один фотограф. Но одно другому не мешает, например, как в моем случае. Thank you.
Ну что, поеду, наверное, с других ракурсов снимать. 23 мая 2021 год, Харьков. И 15 велодень.